Спасибо за такое представление, обязывающего, понятно, рассказывать. Но я постараюсь. По ходу дела я буду задавать вам вопросы, а вы можете задавать мне. По принципу, лучше ничего не успеть, чем что-либо не понять. Спецкурс про 10-ю проблему Гильберта, и мы начнем с ее постановки. Проблемы были поставлены в 1900 году. Какой это был век? 19-й. Это был последний год 19 века. И в этот год математики из разных стран приехали в Париж для участия во втором международном конгрессе математиков. Как обычно, там были приглашенные докладчики, и одним из них был Давид Гильберт, признанный лидер математики. И он сделал доклад, который назывался «Математические проблемы». У доклада есть, так сказать, вводная часть, а потом формулировки проблем. Как мы выяснили, это был последний год 19 века, и Гильберт решил сделать обзор проблем, который наступающий 20 век унаследовал от 19 века. А теперь мы знаем, что кое-что из проблем, поставленных Гильбертом на границе 19-20 веков, осталось в наследстве 21 веку. Идея Гильберта была в том, что математика – это наука, которая движется решением проблем. Вот он решил формулировать то, что он считал наиболее важным, наиболее интересным, остающимся открытым для 20 века. И традиционно говорят про 23 проблемы Гильберта. Как вы понимаете, изложить в одном докладе 23 проблемы невозможно. И так докладчика поторапливаю. Поэтому реально в своем устном выступлении Гильберт рассказал только про некоторые проблемы. А 23 – это то, что включено в печатный текст доклада Гильберта. Интересно, что гораздо позднее, в конце 20 века, в архиве Гильберта нашли 24-ю проблему, которую он все-таки решил не включать. Хотя проблема звучит несколько странно. Значит, у него была идея сформулировать понятие самого простого доказательства данной теоремы. Это, понятно, несколько расплывчатая формулировка. Несомненно, что проблемы Гильберта сыграли большую роль в развитии математики, но они на самом деле очень разнородные. Некоторые проблемы мы теперь не считаем вообще проблемами. Скажем, одна из проблем формулировалась так. Сформулировать аксиоматику физики. Это был конец 19 века. Еще не было ни квантовой механики, ни теории относительности. И Гильберт полагал, что вот можно строить физику наподобие математики. Некоторые проблемы сформулированы очень общо, типа развить методы для решения таких-то задач. Их можно развивать неограниченно. Большинство проблем, на самом деле не одна проблема, а несколько связанных проблем. И в этом отношении 10-я проблема исключения. Значит, про нее устно он не говорил ничего. А в печатном тексте 10-й проблеме уделено меньше места, чем какой-либо другой проблеме. И все, что сказано про 10-ю проблему, вмещается на половине экрана. Вот формулировка 10-й проблемы, данная Гильбертом. Немножко времени, чтобы освоить текст. Я не тороплю, пожалуйста. Я люблю приводить оригинальную формулировку для тех, кто знает немецкий язык. Потому что она гораздо более выразительна, чем, так сказать, канонические переводы на русский или на английский. Решение проблемы разрешимости для произвольного диофантового уравнения. Пусть дано произвольное диофантовое уравнение с произвольным числом неизвестных
и целыми рациональными коэффициентами. Требуется указать общий метод, следуя которому можно было бы в конечное число шагов узнать, имеет ли данное уравнение решение в целых рациональных числах или нет. Понятна формулировка? Удивительно. А я собрался ее долго обсуждать. Что такое диофантовое уравнение? Давайте разбираться, что такое диофантовое уравнение. Сначала поговорим про форму. По форме это нечто очень простое. У нас есть многочлен с целыми коэффициентами от многих переменных. И мы хотим его сделать равным нулю, выбирая значение для переменных. Диофантовые уравнения иногда называют неопределенными, поскольку у нас обычно одно уравнение и много неизвестных. Они названы в честь кого? Они названы в честь диофанта. А кто это такой? Значит, точные даты жизни диофанта неизвестны. Не все его труды дошли до наших времен. Но то, что дошло, вышло, скажем, и на русском языке в переводе. И возникает вопрос. А за что такая честь диофанту, что вот назвали уравнение его именем? Что нового он сделал, чтобы это заслужить? Неужели до него не рассматривали полиномиальные уравнения? Рассматривали. Но греки древние делали это геометрическим способом. Скажем уравнение, x в квадрате равняется 2. Решение. Построить квадрат со стороной единица, провести диагональ, и тогда по теореме Пифагора диагональ квадрата и дать нам решение этого уравнения. Также можно решать и более сложные уравнения квадратные, а x в квадрате плюс bx плюс c равняется плюс bx равняется c. Нам дана некая площадь, дан некий отрезок, нам найти такой отрезок, чтобы квадрат, построенный на его стороне, плюс прямоугольник на его стороне и в данном отрезке, в сумме площади равнялся данной площади. Но греки сделали в свое время великое открытие о том, что корень из двух является иррациональным числом, что его нельзя представить в виде отношения двух целых чисел. И то, что новое внес Диофант, он стал решать уравнения не геометрически, а в рациональных числах. И с точки зрения Диофанта это уравнение решения не имеет. Я должен вам открыть маленькую тайну. Диофант решал уравнение в положительных рациональных числах. Почему? Он не знал отрицательных чисел. Ну хорошо. Вот Гильберт просил узнавать, есть ли решение в целых рациональных числах. А что это такое? Вот есть умные люди, по-видимому, скажут, Федерал Габриэль теории чисел, а когда я, особенно на Западе, рассказываю про это для Computer Science, возникает удивление, как это целое число может и не быть рациональным. Но Гильберт был математиком, он понимал целые числа в широком смысле, как алгебраические целые числа или как периодические. Здесь он просто подчеркивал, что имеется в виду самые обычные числа. 0, плюс-минус 1, плюс-минус 2, плюс-минус 3 и так далее. Что? Нет. Для Гильберта целые числа – это гораздо более широкий класс чисел. Есть алгебраические целые числа. И чтобы подчеркнуть, что это, так сказать, наши традиционные, он должен говорить два слова – целые и рациональные. Значит, вопрос про решение уравнений в целых алгебраических числах – это отдельный вопрос, сложный, до сих пор нерешенный, но мы это касаться не будем. Я позволю себе говорить просто целые числа. 0, 1, 2, 3, и минус 1, минус 2, минус 3 – это будут для нас просто целые числа. Итак, вернемся к диофантовым уравнениям.
формой мы разобрались. А дальше возникает нечто не вполне понятное. Диофант искал решение в положительных рациональных числах. Гильберт спрашивал про решение в целых числах. Но можно также ограничиться решениями в положительных целых числах или только в неотрицательных целых числах. То есть нет на самом деле единой терминологии, что такое диофантово уравнение. И более того, некоторые авторы игнорируют первый пункт нашего определения, форму уравнения, и называют диофантовым уравнением любое уравнение, решение которого мы ищем в целых неотрицательных или в рациональных числах. Так что если вы видите слово диофантовое уравнение, это еще, быть может, не совсем то, что будет у нас. Мы будем придерживаться узкого определения. Значит, диофантовое уравнение – это сочетание формы, полином равняется нулю, и допустимой области значений неизвестных. Я еще поговорю потом про соотношение равных вариантов выбора допустимых значений неизвестных. Когда жил Диофант? Да. А когда Гильберт сформулировал свои проблемы? Прошло столько лет от Диофанта до Гильберта. Что в это время делали математики? Они решали диофантовые уравнения. Они нашли решение у огромного количества диофантовых уравнений. И про многие другие доказали, что решения нет. Вопрос. Почему же в конце 19 века Гильберт считал, что решение диофантовых уравнений все еще является открытой проблемой? Да. Значит, проблема всегда в следующем. Для отдельных классов уравнений, иногда для отдельных конкретных уравнений, приходилось изобретать свои методы. Яркий пример – это великая теорема Ферма, когда, казалось бы, узкий класс однопериметрического семейства диофантовых уравнений, а потребовалось несколько столетий, прежде чем был дан ответ, что решения нет. И Гильберт, красный цвет не виден, но не важно. Значит, важно здесь заметить следующие слова. Дано произвольное диофантовое уравнение с произвольным числом неизвестных и требуется указать общий метод. В современной терминологии мы говорим, что 10-я проблема – это пример массовой проблемы. Массовая проблема состоит из счетного количества вопросов, на каждый из которых надо дать ответ «да» или «нет». В нашем случае эти вопросы параметризуются диофантовыми уравнениями, и мы должны сказать, да, данное диофантовое уравнение имеет решение, или нет, данное уравнение не имеет решения. И суть проблемы в том, что это массовые проблемы, состоит в том, что нужно найти единый универсальный метод, который позволял бы ответить на любой из этих вопросов. Среди 23 математических проблем Гильберта, 10-я является единственной массовой проблемой. И какой мы можем сделать вывод про нее? Ее можно рассматривать как проблему информатики, computer science, которая в то время просто не существовала. И сегодня мы знаем, что 10-я проблема Гильберта решения не имеет. Она неразрешима как массовая проблема. Не существует алгоритма, который узнавал бы о произвольном диофантовом уравнении, имеет ли оно решение. И это рассматривается как отрицательное решение 10-й проблемы Гильберта. Вопрос, вы мне верите, что проблема не имеет решения? Что? Массовые. Верите? Мы верим, но у вас есть какое-то время, надо было доказать. Да, я надеюсь, но я хотел бы сначала как-то узнать отношение к докладчику. Юрий Владимирович, да. Есть вопрос. Да.
Андрей Николаевич Терехов периодически рассказывает байку. Да. Про то, как его ученик, конечно, Олег Николаевич, публиковал как статью про свой квантовый компьютер, в котором потом доказывает, что эта проблема может быть разрешена. Там, квантовый компьютер. Кто публиковал? Конечно, Олег Николаевич. И вы даже писали отзыв на эту статью. Может быть, я пишу столько отзывов, что я не помню. И могу сказать только, что он не единственный, кто с помощью квантовых компьютеров решал здесь эту проблему Гилберта положительно. Значит, об этом я хотел говорить позже, когда мы немножко поговорим. Немного. Значит, впервые я прочитал про такое предложение решать эту проблему на квантовых компьютерах в работе иностранных авторов Киеу и Тодда. И это было бы великолепно, если бы это получалось, поскольку, как мы увидим, к десятой проблеме сводятся многие другие. Но, к сожалению, физики считают, что вот принципы, положенные в основе этого квантового компьютера, практически нереализуемы. Хотя математически вроде так все красиво описывается. Вопрос, можно ли это реализовать физически всегда. Ладно, сейчас, поскольку я храню все отзывы, я посмотрю отзыв, который я писал, и постараюсь вспомнить, в чем там было дело. Ну хорошо, значит, у меня хорошая аудитория, мне здесь вроде все верят. Я читал много лекций в разных университетах и на Западе, и всегда, так сказать, было хорошо, но однажды я попался. А, сейчас, давайте вернемся к формулировке проблемы. В формулировке проблемы нет слова «алгоритм». Почему? Понятие было. Был алгоритм Евклида. Что? Был алгоритм Евклида, там не было понятия, что такое да. алгоритм. Значит, были конкретные алгоритмы, самый известный алгоритм Евклида. Была общая интуитивная идея, что такое алгоритм. Но не было строгого определения алгоритма. Вопрос. Означает ли это, что это была плохо сформулированная проблема? Я говорю, что в 10-й проблеме никаких комментариев больше не было. Вот весь текст вы видели на экране. Очень, очень странно, что Гилберт прожил потом почти полвека и не комментировал свои проблемы. Я скажу другое. Значит, это был конец 19 века. Это было до революционных работ Курта Гёделя. И Гилберт был оптимистом в математике. Он считал, что все математические проблемы должны иметь решение. И если бы кто-нибудь предложил такой метод, то было бы нам более-менее ясно, что он делает ту работу, которая от него ожидается. Для положительного решения этой проблемы не требуется общего определения алгоритма. Понятно. Так что Гилберт, веря в положительное решение, вполне корректно сформулировал проблему. Ну а то, что не повезло, ничего не поделаешь. Значит, первый шаг, который нужно было бы сделать в правильном решении этой проблемы, это дать понятие алгоритма в общем виде. Когда это было сделано? В 30-е годы. В работах Матлуиков, Чёрча, Клини, Тьюринга, Гёделя. И как только было дано общее понятие алгоритма, были найдены первые примеры неразрешимых массовых проблем. Как это восприняли математики? Да, в общем, никак. Потому что первые проблемы относились либо к матлогике, там, проводимости в каких-то системах, либо к теории алгоритмов про проблемы остановки для машины Тьюринга. И это как бы не задевало настоящую математику. И ситуация изменилась в 1947 году, когда два математика, Андрей Андреевич Марков в Советском Союзе и Эмиль Пост в США, доказали неразрешимость массовой проблемы, которая была поставлена в чистой математике в
1914 году Туэ. И она называется проблема Туэ. Сейчас не буду вдаваться, в чем эта проблема состоит. Но это вот был пример, который явно сформулирована массовая проблема в математике, в алгебре. И с помощью общего понятия алгоритма было доказано, что она неразрешима. Значит, Андрей Андреевич Марков – это сын того Маркова, Марковские цепи, которого вы проходите в университетах. И Эмиль Пост сыграл важную роль в развитии теории алгоритмов и, в частности, в окончательном решении 10-й проблемы Гильберта. Но вы знаете, что сделал Тьюринг? Он предложил машину Тьюринга. Из каких соображений он пришел к этой машине? Он попытался обозреть все мыслимые способы вычислений и свести их к неким элементарным шагам, к некой универсальной конструкции. Эмиль Пост сделал нечто подобное по отношению к другому понятию, о котором мы будем много говорить, к понятию перечислимого множества. Он попытался обозреть все мыслимые способы порождать перечислимое множество и сделал очень простую конструкцию, аналогичную в некотором смысле конструкции машины Тьюринга. Но, быть может, важнее то, что он в одной из своих работ написал такую фразу: «Hilbertian's problem begs for an unsolvability proof». Что означает «begs»? Вот. Просит, ну, как от слова как «попрошай», как «beggar». Что они там не «ask», а именно «begs». И у Эмиля Поста был молодой ученик Мартин Дэвис, который очень загорелся, прочитав эти слова учителя, который, по-видимому, пытался доказать нерешимость этой проблемы, но не сумел. И Мартин Дэвис сформулировал гипотезу, из которой сразу следовало бы неразрешимость 10-й проблемы Гильберта. Я эту гипотезу сформулирую позднее. Следующий шаг был сделан в начале 60-х годов тремя авторами: Мартином Дэвисом, Хиллари Паттеном и Джулией Робинсон. И последний шаг был сделан мной в 70-м году. Теперь я возвращаюсь к тому каосу, который со мной однажды произошел. Я прочитал лекцию, уехал, и через два дня получаю электронную почту. Значит, это на английском, я переведу на русский. «Дорогой профессор, вы ошибаетесь. Я блестящий молодой программист, и прошлой ночью написал изощренную проблему на Java Sharp Sharp, и моя программа решает десятую проблему в положительном смысле. А именно, для каждого диофантового уравнения, данного как вход, программа напечатает единицу или ноль, в зависимости от того, имеет ли уравнение решение или нет. Моя программа содержится в приложении. Вы можете ее испытать на своем любимом диофантовых уравнениях и видеть, как она быстро работает». Не просто в приложении. Нет. Гениальная эта программа. Приложение содержит мою гениальную программу. Наслаждайтесь, профессор. Что? Обалдел. Какая мысль? Вы знаете, мне это в голову не пришло. Я не помню сейчас. Что? Вы смеетесь. А что было делать мне? Сначала проверить вирус. Что делать? На вирус проверить. Ну хорошо, проверил. Вирусов нет. Нет, но если там был исходный код, то какие вирусы? Я не помню. Ну хорошо, даже если там исходный код или скомпилированная программа, что делать дальше? Интересно, чтобы посмотреть, как она должна была ввести как раз... Запускать. Значит, тут высказалось предложение разобраться в программе. Значит, вы знаете, я в своей программе через полгода разобраться не могу. А разбираться в чужой программе – это вообще безнадежно.
Да. Привести контрпример, и тогда эта программа не работала бы и забыть. Гениально. Привести контрпример. А как его привести? Где его взять? Вот на теории Фермата что вы сравнили? Что? На теории Фермата что вы сравнили? Допустим, она правильно выдавала. Ну и что? Если бы неправильно, то да. Нет, ну для начала все-таки погоняли на интересное сравнение. А как проверить? Правильно ли? Что я сделал? Давайте разбираться, что я сделал. Значит, какая ситуация? Вот точка зрения студента. Есть гениальная программа студента. Так, смогу я? Да. А что я не так сделал? Значит, имеется гениальная программа студента S. И он утверждает следующее. Какое бы ни было... Где надо нажимать? Вот. Какое бы ни было многочлен M, если мы дадим это диофанту уравнение, то получим ответ. Единица, если существует хотя бы одно решение, и ноль, если решения не существует. Мне предлагают разбираться в программе и искать контрпример. Я профессор, я уже знаю, что это невозможно. Зачем мне тратить силы на такое? И моя точка зрения такая. Существует многочлен M, что если его подать на вход, то получится ошибка. Вот это контрпример. И здесь стоит индекс S. Почему здесь стоит индекс S? Нет, а почему стоит индекс S? Потому что это массовая проблема. Нет, мне хватает один контрпример. Значит, беда в следующем. Существуют две программы. Одна всегда говорит единица, вторая всегда говорит ноль. И одна из этих двух программ даст правильный ответ. Почему? Откуда мы знаем? Заметьте это уравнение. Поэтому построить один универсальный трудный контрпример невозможно. Для каждой программы существует такой многочлен, но неверно, что существует такой многочлен, что для каждой программы будет ошибка. Поэтому волей-неволей надо копаться в программе и строить контрпример именно к этой программе. Но моя жизнь не только плоха. Я могу сделать больше. Да. Давайте разберемся, что такое ошибка. Как вы это понимаете? Либо неверный ответ, либо нет. Здесь разные варианты. Либо ответ будет ноль, а решение существует. Либо ответ один, но решение не существует. Либо может быть другой ответ, скажем, число 2. Как его интерпретировать? Мы так не договаривались. А почему вот остановился и ничего не напечатал? Тоже непонятно. И наконец, может быть прекрасная программа, которая не останавливается и ничего не печатает. Я думаю, каждый из вас может такую программу сам написать. Все это мы будем рассматривать как ошибку. Значит, я профессор, доказал теорему, и на основе этой теоремы я могу построить свою программу, программу профессора, которая будет делать следующее. На вход подается программа студента, любая. На выходе получается диофантовое уравнение. И если это диофантовое уравнение мы подставим на вход программы студента, что получится? Получится ошибка. То есть я могу генерировать контрпримеры к любой программе, не занимаясь анализом сам, а написав раз и навсегда универсальную программу построения контрпримеров. Программа, которая хватит каких-то уравнений, вы
Ну, вы как-то хотите сразу все узнать. Я собираюсь читать целый курс на эту тему, а вы предлагаете сразу решение. Вы утверждаете, что реально вы такую программу создали, или вы только сейчас обсуждаете потенциальную возможность ее создать? Значит, что значит создал? Как вы это понимаете? Что у меня есть код? Кода нет. Если я посижу, не знаю, 3 дня, я ее напишу. То есть это можно дать в качестве курсовой работы. Ну, то есть алгоритм у вас есть? Алгоритм есть. Алгоритм будет изложен. Но я могу сразу сказать, что уравнение может получиться огромным. Но значит, реально нашелся, по крайней мере, один человек, который честно написал следующую программу. Ну, не для этой задачи, для несколько иной, но не важно. Который программы на Лиспе преобразовывал в диофантовое уравнение с нужными свойствами. Все, он издал книжку, который опубликовал такое уравнение, построенное компьютером. Оно занимает страниц 20. Зачем он это сделал, я не знаю. Но вот продемонстрировал, что все действительно работает. Вот. Кто проверять будет? Хороший вопрос. Ну хорошо, вот я профессор, доказал теорему, построил программу. Программа строит контрпример. И что я должен делать дальше? Вот. Уравнение есть, а пойди докажи, что будет ошибка. Я могу сделать больше. Я могу сделать второй выход из моей программы, которая будет давать формальное доказательство того, что эта программа S ошибется на моем контрпримере M с индексом S. И что же она будет доказывать? Ну, вы помните, что у нас было аж 5 вариантов для ошибки. Какой будет вариант? Что? Нет. Что значит первый, второй, пятый? У нас имеется конкретная программа и конкретное уравнение. Ответ только один. А какой? Программа S может написана так, что может быть любой ответ. К сожалению, узнать, какой будет ответ, я не могу. И никто не может. Вообще узнать по программе, она остановится или не остановится, это неразрешимая задача, как вы знаете. Поэтому реально доказательство состоит из двух пунктов. Пункт первый. Если S выдает 0, то уравнение имеет решение. Если S выдает 1, то уравнение решения не имеет. Доказываются две такие импликации. И этого хватает, чтобы сказать, что это уравнение является контрпримером. Потому что если остальные 3 случая, другой ответ снова не останавливается, по определению ошибка. А если она печатает 0 единица, то у нас имеется два утверждения, которые доказываются. Ну вот, скоро вы научитесь писать такие программы. Сколько времени? Где вы думаете? Не работает. Там где-то есть кнопка, вот с другой стороны, вот по центру, где там переводит в другой режим. Вот после этого хитрая мышка. Да. Еще раз. Хорошо. Значит, мне сказали, что есть традиция устраивать перерыв. Сейчас удобное место для перерыва, только дальше пойдет более техническая вещь. Но перед перерывом я...